Ну что, друзья, скучали? 2 года не проводился Alpine Race, экстремальная атлетика, и вот сегодня, наконец, спортсмены встретились на площадке горнолыжного курорта Чимбулак для того, чтобы посоревноваться друг с другом в таких интереснейших дистанциях, как скайранинг, ски-альпинизм и снегоступинг. И сегодня мы с вами становимся свидетелями первого чемпионата в Казахстане по ски-альпинизму. Мы сегодня стоим на старте гонки, которая называется Alpine Race. Эта гонка идет с 2015 года. Это интересно, это целый фестиваль. Здесь у нас ски-альпинизм. Это вот сейчас как раз первый старт. В специальных лыжах люди идут до верха. Снегоступинг, ребята тоже стартуют. Потом стартует скайранинг, все бегут до верха, до перевала. И у нас есть еще детский забег, Sky Kids называется, они буквально вот до конца детского склона. То есть это вот такой фестиваль альпийских горных видов спорта. Хочу отметить, что в сегодняшнем, как его назвал Тимур Артюхин, фестивале могут участвовать и начинающие атлеты. Именно для них организаторы придумали такую дистанцию, как Skyrunning Light. 2,5 километра, 600 метров набора высоты, комфортное время прохождения 2 часа. Это восхитительная гонка, лучшая в зимнем сезоне. На протяжении многих лет нет равных Alpine Race. Каждый, кто не участвовал, может рыдать. Я пошла рыдать. Друзья, школа триатлона World Class Алматы. Валихан и его бессменная муза. Валихан, как? Расскажи. Тяжело было, как всегда. Ну, кайф. Еще будешь? Еще хочешь? Обязательно. Пару слов от чемпиона для другого ты. Сегодня шикарная погода, правда, я бы хотел, чтобы старт был чуть раньше, снег слишком мягкий, было местами тяжело ходить, но шикарно, не холодно, не жарко, ветра нет. Да, ну, праздник, праздник. Почему вы здесь? Зачем вы здесь? Вот ради вот этого всего. Очень люблю вертикальный километр. Всегда умирательно. Зато сверху непередаваемый вид. Красота, эмоции. Супер погода, организация классная. Ну, ребята с каждым годом все выше-выше планку поднимают, да, и очень здорово, что в Казахстане такие старты проходят. Я всегда это повторяю, у нас реально все проходит на высоком международном уровне. Друзья, невероятная красота прямо за мной, это Талгарский перевал. Финишировали призеры, продолжают финишировать остальные атлеты. Что хочется сказать? Только огромное спасибо организаторам экстремальной атлетики Тимуру Артюхину лично за такой праздник. Сегодня буря просто эмоций не только у спортсменов, но и у нас с оператором. Мы носимся в этом празднике сегодня заряженные. Не могу сказать, что мы побежим в следующий забег и будем участниками фестиваля, но то, что мы будем всегда рядом с экстремальной атлетикой, будем всегда снимать их сумасшедшие старты, это точно. Смотрите «Другой ты».